В Ростове-на-Дону днем 24 июня произошла стрельба. Как сообщают местные паблики, мужчина с оружием открыл огонь возле торгового центра «Суворовский». Также, по некоторым сообщениям, он якобы преследовал людей на улице. Вскоре нарушителя задержали правоохранители. Об этом, в частности, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство. Вопрос находится на контроле. Эта ситуация возмутила местных жителей. В частности, в пабликах они пишут. Мне нравятся законы в нашей стране. Хулиганство. Пальчиком пожурят и домой отпустят. Напомним, днем ранее, 23 июня, неизвестные устроили серию нападений в двух городах Дагестана. Террористы подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Предварительно погибло 19 человек, 15 сотрудников полиции, а также православный священник, 2 охранника синагоги и 1 охранник храма. По информации телеграм-канала «Шот», 5 террористов ликвидированы.